все зависит от того, присутствует ли человек сам у себя, является ли он осознанным, является он ли в состоянии разотождествления, то есть в наблюдении за собой со стороны, не из себя, когда я взаимодействую с кем-то, я пою, я читаю стихи, я пишу музыку или я ее исполняю, а я в наблюдении за собой, который исполняет эту музыку, я в наблюдении за собой, который что-то говорит, делает, думает, осознает. И это два совершенно разных фактора, разные позиции, и они абсолютно диаметрально противоположны, хотя кажется, что разделяет их какое-то слово под названием «наблюдение со стороны». Буквально маленькая фраза. Но пропасть между ними просто несоизмеримая.